Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем страшную игру, которая называется «Как я хожу». Ой, нет, не так хожу, подожди, что за херня, я же в прошлый раз ничего не делал. Так, настройка игры... О! Чего? Рука вперед, направить вперед. Нихера тут надобавляли. Смотри-ка, она что-то обновилась, что ли, я не понял, или что? Я что-то даже и не видел. А, да, окей. Так, а рука вперед, подожди, что такое рука вперед? Сейчас немножко погоняемся в настройках, а потом поймем, что делать. Так, ну-ка, бляха. Рука вперед, окей, поехали. Назад, продолжить. Что значит рука вперед-то, я не понимаю. Какая рука вперед? Не знаю. Хер с ним. Короче, это не стучи дважды. Серия номер 3. А прошлые две серии были пиздец какие страшные. Эта серия, я думаю, будет настолько же страшная, насколько были те. Спокойно. Короче, в прошлый раз на нас напала какая-то бабень. Сделала нам летящий тигр, затаивший семафон. Там домофон, я не знаю, все что угодно. Здесь у нас что? Это у нас карта, хорошо. Кухня, холл. Рисовальня, игровальня, подвал. А, хорошо, сейчас. Так, ну смотри, кухня, вестибюль, гостиная, игровая комната, подвал. Я, в принципе, все правильно сделал. Это карта, хорошо, окей. Допустим. А, по телефону мне кто-то звонит. По телефону, прости, пожалуйста, помоги, это было в прошлый раз. Хорошо, ладно, хрен с ним, давайте поджигать. Да, я запустил таймер. Мне многие спрашивают, как я смотрю сквозь очки, если там ни хера не видно. Здесь вот рядом с носом есть небольшая дырочка, и в нее просматривается чуть-чуть, поэтому я вижу часы, если что. Так, ладненько, допустим, какая-то бабень. Передняя сторона, 9-летняя Хлоя и ее любимая кукла... Куда пошел? Ее любимая кукла Руби. Задняя сторона, огонь для приготовления ее холодного мертвого сердца. Ну окей, так, здесь еще планшет, отлично. Ритуал призыва. Да, смотри-ка, духовный самоцвет аметист, водяной самоцвет сапфир, огненный самоцвет рубин, земной самоцвет эмеральд, воздушный самоцвет бриллиант, дух, вода, огонь, земля, воздух. Хорошо, поваляйся пока тут. Допустим, что-то из этого ритуала мы уже приготовили, что-то из этого ритуала у нас уже есть, что-то из этого ритуала нам предстоит еще найти. Ладненько, давайте искать. Я бы, конечно, подожди, что я, блядь, запутаю сейчас опять, спокойно. Я предлагаю первым делом зарубиться, естественно, в бильярд, потому что если уж тут есть ки, чё бы и не рубануть, спокойненько. Главное не обосраться. Так, ты палку можешь взять, нет? Пойдем возьмем спокойно. Хе-хе-хе-хе, шатает, сука. Сюда подошел. Так, отлично. Ладненько, назад. Я не знаю, как, конечно, играть в бильярд одной рукой, но я постараюсь. Хотя нахера мне одной рукой играть. Смотри-ка. И... А! Ёпта! Серьезно? Подожди. А как это? Включись! Где свет-то? Бляха, я не вижу, где свет включает. Да ладно, серьезно, подожди. Да вы куда катитесь? Алло, хорош. Это что, блядь, за трение такое отсутствующее? Смотри-ка. Подожди. Стой. Так, там планшет. Ну-ка нахер уберись оттуда, ты мне мешаешь. Как включить эту херню-то, эй? Лампа, я в бильярд хочу поиграть. Завязывай, нахуй эти хорроры. Во, спокойно. Поиграю в бильярд. Так, смотри, красивый ща удар тебе сделаю, каза, там свечка мешается. Знаешь, какой вот, ну-ка сюда, 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 пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, спокойненько вот сюда поставлю. Стоять. Ну-ка, давай катись. Так, ладненько. Да, блять, ты что не ходишь? Мне мешает стол. Хорошо, допустим, поехали и... Это, бляха, не работает ни пизды, гребаный бильярд. Ладненько, хрен с ним. Не хотит он со мной нормально играть. Ну, чуть-чуть хотя бы расслабились, потому что нахер эти... Страшные игры, мы сейчас с тобой всю серию сегодня ничего делать не будем. Мы будем просто ходить и все. Нам будет замечательно. Отсюда можно выйти, нет? Нельзя! Ну и просто красота, нельзя так нельзя. Так, пойдем подожгем все свечки, все лампочки, все что мы... Дартс! Почему бы и нет? Ну-ка, ой, это что? Это что? Это что? Это что? Блядь, это диван, спокойно. А как мне до дартса дать? Ага. Опачки. Тихо. Хай! Блядь, не летит. Так, я запутался в проводах. Ёб твою мать. Спокойно. Тихо, тихо. Где я? Вот это все нормально, да? Так, это провод. Это тоже. Хорошо. Без проблем. Раз это провод, это тоже провод, то все будет нормально. Да, блядь, ну серьезно. Подожди секунду. Сейчас сделаю вот так, чтобы было нормально. Вот.
Вот так, просто в одну сторону отойдите, пожалуйста, блядь. А то они меня запутывают, короче говоря. Где у меня дырка-то? Во. Ты чуешь, какой я сегодня уже не напряженный, расслабленный, все нормально? Потому что, бляха-муха... Это хуйня. Потому что, бляха-муха, почему-то у меня свечка раз уехала. Сама. Я посмотрел, наверное, эту хуйню. Так, ладненько, здесь у нас что, ключ не открывается, допустим. Пойдем почитаем записки. Это, слышь? Подожди. Подожди меня, я сейчас тебя догоню. Ты, главное, далеко не уходи, а то потом опять полтора часа ждать скримака. И сюда. Вот, нахуй. Пизду. Где диван? Отлично. Я закроюсь подальше от плохого, от плохих дел. Спокойно здесь пишу. Пойдем, посидим, почитаем. Так, смотри-ка. Отлично. 9.05.2016. Бен Томас от имени Джессики Уэб Томас. Тем, кого это касается. Я знаю Джейос уже более 5 лет. И 3 из них мы были, спокойно, любящими мужем и женой. С большой честью и привилегией пишу я эту характеристику на нее. Она моя вторая половинка, страстная, любящая и заботливая женщина. Ей можно рассказывать о своих проблемах. Она мой голос разума, и я был бы рад, если бы она стала матерью моих детей. Я считаю, что лишить Джесс ее дочери, значит лишить ее всего, что она может предложить. А также шанса загладить свою вину. Мы знаем, что она совершала ошибки, но я искренне верю, что сейчас Джесс будет делать все, чтобы Хлоя чувствовала себя в безопасности, счастливой и любимой. Она изменилась, стала успешной, и я действительно считаю, что она заслуживает второй шанс на материнство. С уважением, Бен Томас. Так, это... Может, как для какого-то суда там или что-то еще. Вот, видишь, как нос хорошо почесался. Так, мячик. Где-то есть как... Так, ты мой... Ага, хорошо. Это мы уже читали. Ну ладненько, раз нам предлагают идти к скримакам, пойдем, не застревай, пойдем к скримакам. Пойдем к скримакам. А, тихо, свечку не поджег. Спокойно. Я буду поджигать все свечки, которые здесь есть, потому что если я их не буду поджигать, то... Кто еще? А кто, если не мы с тобой? Может, кому-то потом пригодится. Смотри, как сразу темно стало, светло. Ой. Сразу как стало светло, приятно, хорошо, красиво, замечательно, ну. И ты смотри, вот я сегодня какой вот реально настроен просто, ну подумай. Ну скримак, 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 да хуй бы с ним, с этим скримаком, открылся. Ой, это что? Ага, аккуратненько. О, а мы здесь были, я тебе серьезно. Да, она сюда не пускала. Хорошо, допустим. Так, она ушла. Ой, блядь! Что происходит? Кукла на кухне горит! Так, кухня. Где кухня? Кухня где? Не знаю, где кухня. Спокойно. Бляха, вот иди. Ты спокойно это слышишь, не дури. Я тут как въебу сейчас этой полки. Так, она пошла куда-то сюда, допустим, да? Если она пошла сюда, пойдем за ней. А где кухня? Так, там зеркало. Все нормально. Опа, ты видал, там что случилось? Там он что-то сейчас упало в этих вот эти... Блядь, в смысле? Там что-то... Опять! Смотри! Чё это за херня? Чё это? Какого хера это двигается? Чё это за хуйня? Чё это такое? Смотри! Да в смысле? Что это, блядь? Отстань, пожалуйста! Это какой маленький человек там или чё? Что это? Пошли нахуй. Всё, уходим, 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 уходим. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Фу, что это было? Объясни мне, пожалуйста, что там за херня? Такое чувство, что маленький человечек такой. Ой-ти-ти, сука, ублюдок какой-то. Пес, блядь, пугает меня. Что это за херня? Что там шелестит? Бляха! Почему эта игра такая страшная? Объясни, пожалуйста, почему здесь ни пизды не происходит? Здесь за все 3 серии было, блядь, 2 сраных скримака. Что не так с этой игрой? Почему мне так что это там такое белое уже? Чё это за хер? Что там? Блять, меня пугает куст, серьезно? А, это лампа, ёб твою мать! Спокойно. Значок наступил. Тихо. Где диван? Спокойно. Где диван? Диван, диван, диван. Тихо, тихо. Твою мать!
ногой, тварина. Нахуй сюда, блядь. Не мешайся мне, блядь, уйди. Гребаные книжки. Так, кухня. Где находится кухня? Спокойно. Где кухня находится? Кухня где? Где кухня? Твою мать, где эта сраная кухня? Где она? Там впереди что? Там не кухня. Там двор. Ой, блядь. Чего такое? Кто здесь? Я сейчас, блядь, на шпагат, по-моему, сяду в конце этой серии, я тебе серьезно говорю. Я уже разъезжаюсь. Я просто... Что с вами, подушка? Почему? Слышь ты, блядь, страшная, почему здесь все двигается? И чего? Я тебе говорю, я просто уже готов, знаешь, готов с прыжка кому-нибудь в ебальник прописать. Спокойненько. Чего ты, что ты шевелилась? Объясни, что ты шевелишься? У тебя муравейник там внутри или чего? Шевелится она мне. Не понял. Сейчас не понял, там никого нет. Это всего лишь дом. Он просто скрипит. Это все пиздеж. Только попробуй там еще раз скрипнуть. Я тебя на пол носу, сука, ты потом вздуешься. Спокойно. Че это? На южном краю Уэльских Дрлилин находится замечательный пример элегантности в архитектуре. Движение доберет начало в конце. Иди нахер отсюда, уйди. Мне это не надо, спокойно. Зачем я сюда пришел? Я здесь уже был. Привет. Мы с вами уже видались. У нас с вами нормальные отношения. Так, я не понимаю. Что там? Кто-то смотрит? Нет, это всего лишь окно. Кухня. Где находится кухня? Если эта пиздятина пошла сюда, значит, мне нужно в эту сторону. Но здесь нет кухни. Вот в чем проблема. Здесь нет кухни. Здесь есть выход во двор. Я тебя пока оставлю. Кто там, блядь, шевелится? Э! Сука, я иду. Все, спокойно, я иду. Аккуратно, тихо. Я иду. Тихо, это я. Все нормально. Все хорошо. Это не кухня. Это, блядь, не кухня. Ну-ка, дай сюда. Мы же не знали, что это можно читать. А, дневник Хлои 10-10-16. Прошло много лет. С тех пор, как она меня бросила. А теперь она заявляется и ожидает, что я буду делать вид, словно ничего не было. Не тут-то было. Как я хочу, чтобы она оставила меня в покое. Она пытается заманить меня своей престижной работой, большим домом. Но она бросила меня, и я не могу перестать ненавидеть ее за это. Теперь мы друг другу чужие. Она не годится на роль матери и, возможно, отошлет меня обратно сюда, как только я ей надоем. Этот дневник уже Хлои, этой дочери маленькой. Что это за звук такой блюдский? Это не кухня! Я тебе говорю, на кухне дождь идти не может. Отсюда и нельзя. Опять книжки прогружаются, сука, ладно. Окей. Фу, бляха. Ну ты чуешь, мы сегодня прям бодрячком такие с тобой. Нам насрать все на все, это вообще все. Почему мне... Так, двери сами закрываются, наверное. Почему мне нужно объяснить идти на кухню? Ага. Почему мне нужно идти на кухню? Аллилуйя! Нет, подожди, все правильно. Она здесь, сюда. Сюда пошла она. Вот я смотрел, она пошла сюда. Сюда. О, а ты тоже, да? Это что? Блять, это что? Подожди. А, это у меня дома, блядь. Это там что-то на кухне. Спокойно. Но я дома не один. Это не я так резко открыл. Окей. Хорошо. Это тоже не кухня. Это, блядь, гостиная. Там же это мы... Подожди, два-трёшка. Сейчас разобью, подожди, я вспомнил про неё. Два-трёшечка. Так серьезно, нам же давали план-то. Ну, в конце концов. Так, сюда подошел. Опачки. Ты думал, я тебя не заметил, что ли? Уйди, блядь. Отлично. Мать Россия 4 из 7. Гослото, блядь. Сейчас все выиграем.
Так, да убери ты свои достижения. Бляха, как же бесит, вот серьезно, эта херня. Ее на экране не видно. На экране, скорее всего, на компе они всплывают где-то внизу справа, если их вообще видно. А у меня они всплывают прям перед лицом, все эти достижения. Они мне вот нужны, скажи, нет? Это выход, который не существует. Отлично. Так, вот это кухня. Я тебе серьезно говорю. Это по-любому кухня, потому что кухня была на первом этаже. Кухня была связана вот с этой вот, вот этой вот комнатой. Так, я тебя спалю, не перестань здесь летать. Хорош летать. Смотри, вот смотри, вот это открывай, я тебе блядь, смотри. Есть что пожрать? А, это зеленый. Я думал, там какой-то призрак какой-то, спокойно. Так. Не дрим. Куда поехал? Стой! Сам кот пошел. Так, ладно, хорошо, тихо. Не закрываемся. Давай, знаешь, как сделал? Я сам закрою. О, окей. Закрой сам нахуй все это. Теперь, если, короче, будет скример, который ударит этими, он не ударит ими, потому что я их уже закрыл. Где свечки? Свечки где все? Где все свечки? Свечки? Свечки где все? Только попробуй, блядь, двинуться что-нибудь. Только попробуй что-нибудь двинуться. Кастрюли и сразу лоб расшибу, прям сразу. Это как так? Только попробуй, я тебе еще раз говорю. Сука, все тарелки в доме перебью. Все тарелки перебью. Я же закрыл тебя, ты че хлопай? Я вот как знал, блядь. Вот как знал, прям как чувствовал. Есть что там внутри, да нет? Эй! Ты чё пустой падаешь? О! Так, это отлично. Бляха, это не открывается. И не убьется. Безразбиваемое вино. Так, отлично. Топор. Я сейчас, блядь, буду крышить людей. Тихо. Жила-была. Жила-была. Жила? Была девушка, на которой издевались жители деревни. Она всегда была одинока, желала стать матерью ребенка, которого бы полюбила. Взрослея, она становилась отшельницей. Дети подшучивали над ней, они стучали в дверь и убегали. Сказано... Сказано, что из-за этого она сошла с ума. Одержимая сумасшедшим, она заключила... Сумасшествием. Она заключила сделку с демоном... С демоном. Блять, тут так плохо написано, тут... Ты, блядь, тут, во-первых, короче, буквы сливаются временами, во-вторых, точки не видно. А этим демоном была Баба-Яга. За сделку девушка получила бы ребенка. За это она должна была служить Бабе-Яге. Она решила отомстить деревенским детям, наложив на дверь свое проклятие. Ребенок, постучавшийся в эту дверь, становится жертвом Бабы-Яги. Ха-ха, да вы ебались. Окей, Баба-Яга. Значит, наш главный противник здесь, соперник, это Баба-Яга. Топор! Бля, сейчас с двух рук буду выносить. Аксиомы души. Ну чё? Ну чё, сука? Это кто? Ну-ка, попробуем топор. Вообще рабочий, нет? О! О! Ай, рабочий, прикинь. Ну всё, чё? Давай! Сука, сейчас... Где? Спокойно, сюда можно... Сюда в эту сторону махать можно, в ту нельзя. А это чё такое? Это чё, это могилки? Эй! О, это огромный пландон. Так, подожди. Чё это? Эй! Хуй знает, что это такое. Так, пошли со мной. Да ёб ты! О! Ты какая тарелка, смотри, бессмертная вообще. Чё это? Он тут горит? Бля, там хавчик. Так, а в чем разница между топорами? Это одинаковые? Ну-ка, спокойно. Да музыка хорош уже нагнетать. Ты чего тут? Нагнетай какую-то херню мне. Одинаковые. Я, блядь, берсерк. Я сейчас всех просто расхерачу здесь. Спокойно. Ладно, возьму. Нет. Вот этот со мной уже дольше. Так, что, это открывается спокойно? А, нет. Не открывается, ну и хер с ним. Вот больно хотели. Какие бутылки здесь прочные. Вс,
Все, что ли? Зачем мне топор? Ломайте ручки топором, чтобы открывать запертые двери. О! А если я ебальнички буду топором ломать? Да что, было крыса? Еба, да я домушник. А ты сука. А чё свет там кончился? Эй, сейчас кремак будет, смотри. Где скримак, бля? Да ёб твою мать. Да сука, дай пройди-то, ну. Вот так же чё-то лицо полетит. Так же полетит чё-то лицо, я тебе отвечаю. Всё, что ли? Да ну нет, тихо, я сейчас взорвусь. Да вы чё, ебанулись, что ли, в подвал-то в этот... Огни опасно! Бляха! Без свечки, что ли, надо идти? Какой без свечки? Ты дурак, что ли? Там не видно ни хера будет. Да хватит нагнетать-то музыка, ну слушай ты. Ну ничего же страшного не происходит. Да ёб твою мать! Спокойно, сейчас, это всего лишь газ. Да, это он. Окей. Его нужно перекрыть, иначе я умру. Так, хорошо. Музыка, сколько времени осталось? Времени сколько осталось? Ой, бляха, сейчас можно заканчивать. Что это всё? Ты дурак, что ли, совсем? Топор долбаю. Так, Не. Да, блядь. Где прочные камни? Дай. Ой! Нет! Да знаю я, отстань. Так. Не дури. Зачем? Зачем? Чтобы достать то, что горит там. Я тебя, блядь, буду. Да. Кроль! Кукла! Сука. Так, что лучше, свечка или топор? Топор. Топор, блядь, безопаснее. Не ходи никуда без меня, рука, перестань. Сердечко. О, блядь, ты чего? Это так надо было? Огонь, я огонь взял. А чё... Вот это нормас, чтобы под конец калинку-то не спеть. Калинка моя. А как тебя поднять-то? Эй! Как отсюда выйти-то? Бля, а, это тут играет? Ебанутый, что ли?
Я на жопе похожу. Да я ебанулся, что ли? Уйди. Да побыстрее как-то можешь играть, нет? Слишком скучно, грустно. Долбоёб, не можешь играть, не мучай пианино. О, я теперь замки могу разъёбывать! И чё это? Передняя сторона, Джесс и маленькая Хлоя, счастливые времена. Задняя сторона, верхняя, верно, верная записка поможет найти дух силы. Чего? Верная записка? Уйди. Да уйди нахуй. Я ебал! Давайте на этом, короче говоря, закончим. Я не могу, у меня весь сырой опять. Бля, у меня сегодня дефракт не случился. Это прям беда. Я надеюсь, с такой комбинацией микрофона будет уже нормально, потому что я уже как только не изворачивался, но это самый идеальный вариант. Сейчас, секунду. Ой, бля. Вот так. Ссылка на плейлист под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, всем до встречи, все, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.